Центр Минска накануне превратился в Буэнос-Айрес. Возле домика РСДРП танцевали танго. Никаких заученных движений, только импровизация. Эмоция «здесь и сейчас» — это то, что отличает танго и привлекает к этому танцу так много внимания. На городскую милонгу под открытым небом собрались десятки пар. На возраст партнеров никто не обращает внимания. Здесь говорят, правильная пара в танго — это существо на четырех ногах с одним сердцем. Есть танцы, особенно вот латино, там ведь присутствует любовь. Вот эти все движения... Их, ну, ничем, это только чувствами. Любовь – это сильное чувство. Сильнее нет. Милонга – это танцевальный вечер, посвященный аргентинскому танго. Движение под музыку. Это расслабление, это эмоции. Понимаете? Это, если хотите, это жизнь, это молодость. В Беларуси аргентинская танго появилась 8 лет назад. И сегодня только в Минске существует около 10 школ. Милонги проводят почти каждый день. Традицию встреч на свежем воздухе обещают продолжать. Главное, чтобы погода не подводила.